собираемся проникнуть в пещеру жемчужную и найти так называемое озеро. Самое главное, не касайтесь потолка. Это что это, Дима? Типа сатанисты какие-то? Парни, а вот сюда идите сейчас. Тут чья-то шапка и свечка. Ну типа туда я точно не полезу, я же сказал уже. Надо гуськом проходить, потому что на полу вода. Честно тебе скажу, я сыплюсь сейчас. Санек, насколько сильно ты сейчас волнуешься? Вот настолько. В общем, я меньше переживаю только потому, что ты рядом, потому что ты сечешь во всей этой теме. Ты уже на заброшках столько раз был, вы из пещер вылазили с Даником. Поэтому я не так сильно волнуюсь, но я сыкую. Расскажи, как подготовиться морально к такой поездке? Никак. Знаете, я обычно как-то шучу, позитивно настроен, но вот сегодня места для шуток совершенно нет, потому что с пацанами мы отправляемся в действительно серьезную экспедицию. Честно, сейчас все на взводе, все боятся, потому что, например, Даник после событий, которые происходили в Сианах, когда мы потерялись, он просто, ну, боится пещер. Реально, туда я не полезу, Диман. У него играет клаустрофобия, и он сейчас реально преодолевает себя, чтобы туда залезть. В общем, ребят, с какой целью мы туда лезем? До меня дошли слухи, что в пещерах под Санкт-Петербургом есть подземное озеро. До него немногие доходили, толком фотографий, видео нету. И вот мы лично решили туда добраться, на него посмотреть и, как говорится, совершить такой же мини-подвиг, как и в прошлый раз. Там вот речка вдалеке, от берега идешь и натыкаешься на такую пещеру. А в самой пещере мы уже сейчас полезем вон туда. Санек, осторожно, пожалуйста. Самое главное, не касайтесь потолка. Громко нельзя говорить. Я покажу вам основную опасность. Дело в том, что в отличие, допустим, от тех же сьяновских каменоломен, куда мы обычно лазим, здесь песчаник, и он очень легко крошится. Ладно, похер, полезли. Так, ребят, видите, сумка еле пролазит. Сумка еле проходит здесь, реально. Ребят, в этот раз мы без карты, потому что в этой пещере карты все неправильно, они старые и так далее. Мы будем ориентироваться вот по специальным нитям, которые оставляют местные сталкеры. Ай-яй. Ребят, я прошел, давайте за мной. Рюкзак и вещи толкайте перед собой. Давай, Саня. Бля, чуваки, ну это пи***ц, как я здесь пролезу? Нормально, Даник, ну все окей. Давай. Просто ползи. А там уже будет? А, я не знаю, чувак, я первый раз здесь. А если будет? Ты пролезешь. А если не пролежу? Пролезешь. Бля, только болтайте со мной, пацаны. Давай. Пи***ц, бля. Фу, бля. Давай, давай, красавчик. Я для этого слишком толстый. Парни, а вот сюда идите сейчас. По
помнишь на влоге, что я залезал немного? Вот этого в прошлый раз не было. Вот сейчас без приколов, без всего, вот этого нет. Ты ж понимаешь, да, что это завал? Да. Все хорошо. Может, назад пойдем? А где еще проход? Вот он, вниз идет. Вот, в принципе, веревка наша туда направлена, понимаешь? Вот, вот она идет, она... Ну, это ж хуй какая-то. Что это было? Чувак, я думаю... Чувак... Ты совсем... Ребят, давайте назад пойдем. Ну просто... Ну это просто опасно. Ты можешь до потолка не коснуться? Чувак, это ты просто докоснулся. Представь вот так, ебать. Ты дурак? Ну я хотел показать просто, как это выглядит. А, чувак, устрой раскопки. Давай, давайте так, мы спустимся ниже и посмотрим, какая там порода. Еще пару перекрестков пройдем и посмотрим. Честно тебе скажу, я сыкую сейчас. Ну, твою мать, давайте попробуем. Это нормально, да, или нет? Ну, вообще, это хуйня какая-то. Так, у нас получается сейчас выбор из двух, но нитка идет в ту. Я предлагаю по нитке тебе. Окей. А, чуваки, если везде придется ползать, я просто сдохну. Да нет. Ребят, не издевайте стены. Дима, ты точно знаешь, куда мы идем? Или мы просто ориентируемся по нитке? Мы ориентируемся по нитке. Нитка ведет именно туда, вот куда. А да вот докуда ведет эта нитка? Я не знаю. А почему мы по ней идем? Ну, потому что это единственный ориентир тут. Что, нам опять лезть надо будет? Да. Вот сюда. Ой, Господи. Давай, Саша, залази, посмотри, что там. Ох, ребят. Тут чья-то шапка. И свечка. Так, ладно, давайте полезем. Диман, такой вопрос. Я, может быть, не к месту, но... А здесь есть сатанисты или нет? Ну, знаешь, про каждую пещеру говорят, что там есть сатанисты. Ну вот мы прошли немного, что ты скажешь? Стоит идти дальше или нет? Да вроде нормально. Ну, чувак, до меня только сейчас до понимания доходит. Где мы вообще? Где мы вообще? В Питере, в какой-то, блин, пещере с песчаным дном, верхом, да еще и озеро. Диман, что там? О, ёб твою мать! Ах ты засранка! Фу. Фу. Еб... Фу. Ты видишь эти капельки на... Реально мокрый весь. Потел? Ты видишь вот это вот? Эй, да ладно. Чувак, это, блядь, хуйня какая-то. Посмотри, блядь, просто все давится. Вы просто смотрите, если... Если здесь вода, значит мы... Близко, еди твою мать. Стоп, 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 парни. Я очень вас попрошу. Не задевать ни в коем случае вот эту табличку. Сейчас у меня очко сжимается уже. Так, вот смотри, тут проблема есть. У нас получается развилка. Есть вот крестик с новой ниткой, которая ведет вот в это отверстие. И есть наша нитка, которая ведет вот туда вот. Давай, держи камеру, дай сбегу. Чё? Сюда идите. Блять. Просто крест. Блять, что это, Дима? Типа сатанисты какие-то?
Помнишь, в Стянах Аристарх был? Угу. Типа местный хранитель пещер. Мне кажется, здесь то же самое. Вот я читал, что белый копатель здесь есть. Белый архитектор и так далее. Вот здесь то же самое. Собственно говоря, это посвященный ему постамент, где люди что-то оставляют, чтобы у них все прошло хорошо. Что мы оставим? Давайте вот батончик оставим. Вот сюда. Кстати, это вот от железной дороги, может, это метро как раз? О, ну тут, тут хотя бы в полный рост можно встать, ребят. Это ручей, ребят. А, мать твою. Как там пролезть? Ты там стоишь дальше? Более-менее. Стой, стой, стой. Сюда, пожалуйста. Даник, Даник, пожалуйста. Прямо на коленях придется. Ну, жопа колени. Пацаны, вы что, ебаны? Тихо, тихо, тихо! Ну, я думаю, это подпорка, но она как бы, если это подпорка, она очень плохо подпирает, знаешь, потолок. Сюда бежит ручей, и вот он уходит прямиком вот сюда. Мы на озере? Ну, это херня какая-то, подожди. Тут узко, мы не пролезем никак. Нам вот туда надо? Диман, реально вон туда? Подожди, вот еще залаз. Блять, чуваки, вот он. Что вот он? Это метро. Тут расстояние от потолка до пола, наверное, около метра. Реально, туда я не полезу, Диман. Я тебе серьезно, просто 100% говорю. Давай первый Дима посмотрит. Как там? Я особо тоже желаю. Охуенно придумал. Я так скажу. Вот, знаешь, Саш, есть такой момент, что да, я как бы типа могу полезть на заброшку и так далее, но мозг у меня тоже бывает. И вот в эту ты клак, я этого не хочу. Бля, вот опять меня сыкуном будут в комментариях называть. Ну да. Так. Тут жопа. В общем, пошли. У Санька, короче, прикиньте, тоже айспас. В общем, лодка там не пройдет, потому что ширина лодки больше, чем ширина туннеля. Бля, у меня есть один вариант тупой. Мне просто парни говорили, что, возможно, лодка там не везде пройдет. Я с собой еще кое-что взял. Что ты взял? В общем, смотрите, есть у меня вот такой вариант. Ты взял надувной матрас? Я их взял 3. Я бы еще удивился, если бы ты насос взял для него. Что, придется вручную надувать? Да. Отлично. О чем мы стоим-то? Тебя сниму. Вот классно. Берите матрас, надувайте. Хочешь сказать, что вот мы здесь сейчас 2 часа будем тратить на то, чтобы надуть матрас? Двум астматикам. Вот здорово, да? Ребят, с горем пополам надули 3 матраса. Судя по фотографиям и по визуалу, это все-таки то самое метро, которое мы так искали, которое как раз и ведет прямиком к озеру. Я на него забрался, сел, а он просто практически весь под воду ушел. Давай 2 матраса попробуем. Тебе не особо нравится здесь.
Даник! Чё? Сейчас я покажусь. Я вижу твою... Ебать! Ты ж понимаешь, как это странно выглядит. Чувак, это просто... Я такое в кино не видел, Дим. А, у меня все намокает, чуваки, если честно. Твою мать. Ребят, но тут проблема есть. Какая, Дима? Смотрите, тут просто я по высоте чисто физически не смогу пройти. А если пешком, Диман, идти? Саш, подожди, тут от потолка до воды сантиметров 20. Это я тебе заявляю, как человек на двух матрасах. Смотри, он причем как будто с костылем каким-то. Дим, ты не представляешь, насколько крутой кадр. Ты просто не представляешь, чувак. Да нет, что-то мне подсказывает, что он действительно хороший. Что делать-то будем, пац? Хрен его знает. Не знаю, мне кажется, мы там не пройдем. Просто там глубина около метра, и от воды до потолка сантиметров 20. Ну, ребят, ну раз мы здесь, надо пройтись хотя бы. Хумс, ты хочешь сейчас в воду лезть? Ну да. Долбай. Нет. Сколько там... Вот такое расстояние, сколько ты показал? Столько? Не, меньше. Столько? Столько. Над водой? Над водой столько. Чувак, мы можем прогуляться без матрасов туда, но как бы я тебе отвечаю, что мы дойдем там вот до углубления, и все, мы назад вернемся. Дим, вот если ты считаешь, реально не надо, и это опасно, это не стоит того, чтобы вот лезть сейчас. Ой, ладно, мы думать дольше будем. Ой-ё! Дима, а может там одного человека достаточно, чтобы понять? Дима, ты ёбаный псих, Диман! Чё, ёпта? Слышь, сюда иди! Слышь, ну отберись! Слышь, а ты чё там, а? Такой дерзкий! Мне просто вот самое... Слышь, братан, давай быстрее, без лишних разговоров, пошли дальше! А вот этот знак, Диман, тебе ничего не говорит? Стоп! А? Сашка! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Вон, смотри, вон. А, как холодно. Блядь, как ж там долго-то. Ебана мать. Диман, давай дойдем. Слушай, чувак, у меня... Ноги не имеют. Бля, ща. Ах ты, сука. Выходим. Я тоже ноги не имею. Ай, блядь. Чувак, давай, бегом. Бегом. У меня ноги чувствую. Чувак, у меня не двигаются. Давай быстрее, Дима, быстро. Нужно двигаться, чтобы... Даник. Бери свет быстро. Пиздец, холодно, пацаны. У меня ноги, чувак, ноги онемели. Чувак, у меня в первый раз в жизни такой. Все, что стоим, давайте тогда греться вам надо, пацаны. Парни, рации, технику всю складывайте в рюкзаки, пойдем с одной камерой в жопу. Все, давайте. Пойдемте, оборудование все в песке. У меня, кстати, света нет, если что. Ой. Че хуёво? Да? Хуёво. На сколько? Открой. Фу. А?
Это что? Выход? Нет. Да, это выход. Ну, еще. В смысле? Да. Еще. Санек, держись. У Санька, короче, прикиньте, тоже айспазм. А давайте на воду ходим. Бля. Фу. Даник. Ты где? Сань, давай вылази. Чувак, давай вылези и там вот здесь уже будешь. Осторожно, осторожно. Я здесь не пройду с профилем. Давай, давай. Чувак. Выруби фонарь, нахуй. А может тогда еще разочек? Давай, пацаны, только Саня, чтоб. Я телефон забыл там. Подождите сейчас 5 минут. Хуй, немного куплю. Вам греться.